что, соскучились? Мы как-то, мне кажется, стали часто встречаться. Я люблю, когда что-то открывается на Васильевском острове, когда это происходит вот так. Сейчас ты ушла из группы «Винтаж», и теперь какая-то кошелка там выступает. В конце концов, подпишись на меня, пожалуйста, в Инстаграм уже. Сколько денег ты вложил вообще вот сейчас, на данную минуту? Лучше давай не будем. И вот прям показать вот это все, вот особенно вот это. Ну что, соскучились? Добро пожаловать. Олег, как всегда, умеет удивлять. Во-первых, я вам представляю этого гениальнейшего человека, который создал это пространство. Вообще, в принципе, я люблю, когда что-то открывается на Васильевском острове, когда это происходит вот так. Мне кажется, круче быть не может. Это не реклама. Это не реклама. Это наш последний зал, который мы открыли. Это последний зал. Это самый последний зал. Мы открыли его совсем недавно, 5 октября. Но здесь прошло уже немало. Прошло мало, но было здесь уже немало. Здесь, мне кажется, идеальное место для интервью вообще. Здесь можно вот прямо на этом диване, не знаю, Ксению Собчак сажать, и будет все идеально. Я скучал. Я тоже очень скучала. Я безумно рада видеть Пашу. Он прекрасный человек и обалденно ведущий. Блин, тут дети рядом, нельзя ругаться громко. Я должен задать какой-то вопрос, да, тебе? Да, ты потерялся? Забылся? Да. А, точно, про то, что сейчас ты ушла из группы «Винтаж», и теперь какая-то кошелка там выступает. Да, было такое дело. Именно так. Ну, мы желаем ей в любом случае удачи. Да, Аня Плетнева? Да, Аня Плетнева. Гори в аду. В целом, конечно, можешь не называть суммы, это твое абсолютно право, но все-таки, если можешь, сколько денег ты вложил вообще лучше вот сейчас, на данную минуту? Лучше давай не будем. Не будем? Лучше не будем. Больше 10? Да. Планируешь отбить свои вложения? Очень бы хотелось. Можешь понять вообще, где конец? Глаз не выдерживает, то есть не фокусируется абсолютно. И ты когда начинаешь протягивать руку и искать стену, у тебя просто полностью вообще отсутствие пространства, ты не понимаешь, где находится стена. Ты можешь сказать, что такая циклорама единственная в городе? Такая, да. Обращаясь ко всем фотографам, которые вот натягивают вот эту вот хрень, заляпанный вот этот белый фон и фотографируют людей в грязной обуви, во-первых, это не нужно здесь делать, потому что все уже сделано за вас, ребята. Все сделано по уму, это во-первых. А во-вторых, говорит, здесь все отбывается. Творите добро. Творите добро. И ты уже решил, что будет делать все наверняка. Плохая девочка. Прямо сейчас. Под ваши аплодисменты очень громкие. Встречайте на сцене ресторана пряности и радости. Юлия Волхова! Еще один человек, партнер Марика, и тоже человек, который влияет на развитие всего этого пространства. Не меньше. Абсолютно. Не меньше. Не меньше. По их грустным глазам, которые понимают, что, говорите, столько денег вложили, то, что, говорит, не меньше. Как лысеющий человек лысому человеку. Во сколько лет ты потерял волосы? 20 с копейками. Я так же. Что делать? Ничего. Смириться с этим. Только прическу менять. Блядь, не хочу. По полному фэншую пойдем с кофе гулять дальше.
Студию, мне приходилось таскать такие тяжелые мешки. Держать. Я все время держал эту колонну. С натуры рисовали, как бы. Просто я тогда был небритый, на неделю здесь жил. Я понимаю, я, в принципе, решил это умолчать. А сколько квадратных метров все пространство на данную минуту занимает? Буквально тысячи, может быть, чуть-чуть побольше. Тысячи квадратных метров. Сейчас идет съемка, нормально. Хотя, можно мы к вам? А что такие красивые? Фотостудии сделан туалет, чтобы вы понимали. Просто у меня дома проще туалет сделать. Удобство людей, так сказать. Угу. Скоро будет душ. Душ будет? Сауна будет. Ребята, момент. Спасибо, дорогая, мне так приятно, что ты сегодня была здесь. Я не была она, между прочим. В детстве умирала, вообще слушала, плакала, клёвая. Господа, Юлия Волкова, еще раз аплодисменты! Спасибо! Мы как-то, мне кажется, стали часто встречаться. Это хорошо. Это великолепно. Во-первых, я поздравляю со вчерашним прекрасным концертом, спасибо, на котором да. я имел честь я знаю, работать. Как, я не знаю, как зрителям, но мне что-то так было весело вчера. Мне, как зрителю, как человеку, который представлял ваше имя перед выступлением, я могу сказать, что я в абсолютном восторге. Спасибо. Я снимал все песни, выкладывал все в сторис, чтобы все видели, как это было круто. Татьяна Буланова, обожаю вас. Спасибо. Как вам концерт Юлии Волковой? Вы знаете, я, ну, когда приходишь на концерт, всегда песни хочет. Я рада, что я услышала те песни, которые я хотела. Она очень доброжелательная, очень приятная. Такая красивая маленькая женщина, такая миниатюрная. Я, если честно, был приятно, прям удивлен, когда вы пустились в пляс под песню «Не бей, не бойся, не проси». И я сошла с ума. Я танцевал рядом с вами. Нет, ну я ждала, потому что нас не догонят. Я дождалась, я очень этому рада. Я вас очень рад видеть. Спасибо. Можно сейчас сделать так, чтобы у меня там на фоне заиграла вот этот «Merry Christmas»? И вот прям показать это все. Вот особенно вот это. Дорогие друзья, в преддверии главного праздника в году появилась возможность и желание разыграть новогоднюю праздничную фотосессию в креативном пространстве Art Place на Васильевском острове. Для этого нужно подписаться на канал, поставить лайк к этому видео, а также в комментарии написать «Хочу в Art Place». Соответственно, среди всех участников мы выберем одного счастливчика, а может быть и двух. Выиграть может абсолютно каждый. С наступающим вас Новым годом, уже начинаю поздравлять. Возле этой елки можете оказаться и вы. Желаю всем удачи! Всем отличного вечера, продолжения его и отличной ночи. Все, убежал наверх петь. Юль, любишь ли ты Питер так, как люблю тебя я? Люблю Питер очень. Мы часто сюда приезжаем, у нас здесь очень много друзей, и всегда замечательные выступления. Замечательно все в этом городе. Ну и за исключением, конечно, погоды. Но сейчас осень, она везде такая, осенняя хандра, и в Москве тоже. Но, в общем, меня это совершенно никак не смущает. Я поздравляю тебя с потрясающим концертом «Пряности». Спасибо, спасибо огромное. «Гинза». И я могу сказать, что я буду ждать и второго концерта, и третьего концерта. И в конце концов подпишись на меня, пожалуйста, в Инстаграм уже. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо большое, Питер, люблю. (1861 года, рояль. Басту сыграли на нем. Мы тобой любим, мы вместе.
Татьяна Буланова, собственной персоной с исполнением композиции. Иди сегодня! Что Марик любит пошалить. Шалом, Марик, да. Периодически устраивают здесь различные мероприятия, дни рождения и всякие празднования всего, что только можно. И это более... Просто даже пятницу можно отпраздновать. Эти бородатые мужики мне уже в кадре надоели. Покажи мне нормально уже фотостудию, как нормальная девочка красивая, которая знает, что такое стиль, что такое вкус. А то вот это вот, столько бабок вложил, столько там то-то-то-то-то-то-то. Офигеть, круто. Сколько лет этой хрени? Он какой-то там 800 лохматого. 800 лохматого? Прикольно будет, а если я сейчас... подойду, открою, а тебя там нет. Да, прикинь, сейчас как в старых... Нарния, Нарния. Ужастиков сейчас. Я там ухожусь, открываю сейчас прошлое, короче. Да. Кань, если что, если я пропаду, как бы в этом шкафу 800-го года, ты прости меня, что не так. Мама, Люба, давай, 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 ай, ай. Кто к тебе едет? Бутылки. Внимание. Оп. Опять будешь мне чипсы предлагать. Тебе в прошлый раз предлагали чипсы. Блин, а тем временем мне наливают молочный коктейль. Братух, спасибо тебе огромное. Это очень круто. Спасибо. Ну скажи честно, была оргия хоть раз на... Можно я, если я арендую этот зал? Пошалить чуть-чуть. Нужно тебе только понять вообще, с кем возможно. И выдержать ли это кровать, потому что... За ущерб платить не очень хотелось бы. А это кто? Это я. Я почему-то даже не сомневался, что это ты. Смотри, как похоже. Абсолютное сходство. Сколько лет фотографии? Вчерашняя? И моя мега-обработка. Смотри, прическа, это тоже все. Накрутила. Ко всем девчатам обращаюсь, которые фейстюнят свои фотографии. Вы ни хрена не умеете фейстюнить фотографии. Вот фейстюн. Я хочу сказать тебе, во-первых, спасибо огромное, что согласился. Я могу сказать, что это, пожалуй, самый уникальный проект, вот именно в плане фотостудии в Санкт-Петербурге. Вы, конечно, нереальные молодцы. Только процветание и много-много богатых клиентов. Спасибо. Саш, это мы. Это мы вот лежим после смены. И кушаем свои какашки. Паника, паника! Кто из нас очкует? Ты черненький. Блять, я вообще-то да. А че я такая балбезная? Радоваться! Да, было очень круто. Спасибо всем большое. Спасибо Юле Волковой. Да, был огонь. Угу. Убегает ребенок мой. Пока-пока!